В современном мире особое внимание уделяется роли качественного образования. Фундаментальные знания формируют кругозор человека и помогают приспособиться к быстро меняющимся условиям внешней среды. В системе высшего образования любого государства отдельное место отводится подготовке кадров экономического профиля. Именно от этих специалистов во многом зависит будущее страны, эффективность использования производственных мощностей, престиж и место в мировом сообществе. По этой причине в 1933 году было принято решение об организации Института народного хозяйства, который позже, в 1992 году, был преобразован в Белорусский государственный экономический университет. За долгие годы своей деятельности БГУ приобрел статус ведущего высшего учебного заведения в национальной системе образования по подготовке экономических кадров. Сегодня БГУ можно по праву назвать одним из наиболее престижных вузов Беларуси. Структура университета насчитывает 11 факультетов. Созданы институты магистерской подготовки, повышения квалификаций и переподготовки экономических кадров. Организованы программы аспирантуры и докторантуры. Университет имеет 3 филиала, территориально расположенных как в столице, так и за ее пределами. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, студенты и магистранты, аспиранты и докторанты, выпускники прежних лет нашего университета. 20 мая 2018 года исполняется 85 лет со дня основания Белорусского государственного экономического университета. С позиции европейского высшего образования это незначительный срок, поскольку многие европейские университеты имеют многовековую историю. Но наш университет за этот незначительный в историческом контексте отрезок времени прошел, в общем-то, очень большой путь. Мы превратились из небольшого образовательного учреждения в ведущий университет в нашей стране по экономическому образованию. За 85 лет существования нашего университета в отрасли и сектора экономики вышло 165 тысяч высококвалифицированных специалистов. В настоящее время в стенах университета обучается около 20 тысяч студентов. Сегодня подготовка в университете ведется на различных уровнях. Это и довузовская подготовка, это обучение на первой ступени, в магистратуре, подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре и, безусловно, переподготовка и повышение квалификации экономических кадров университета. Мы всегда гордились нашими выпускниками. Многие из них стали государственными деятелями, руководителями организаций, крупными предпринимателями и учеными. Сегодня мы продолжаем дело, начатое нашими предшественниками, и прекрасно понимаем, что останавливаться на достигнутом нельзя. Современная экономическая ситуация, те риски, которые возникают в мировой экономике, переход к цифровой экономике, безусловно, ставят новые непростые требования перед высшим образованием, в том числе и экономическим. Понимая это, мы формулируем для себя главную задачу на ближайшее время. Это высокое качество подготовки наших специалистов. То качество, которое будет гарантировать нашим выпускникам конкурентоспособность как на внутреннем, так и на международном рынке. Дорогие друзья, позвольте мне от имени руководства университета поздравить всех вас с этой замечательной датой, пожелать каждому из вас творческих, жизненных успехов и, безусловно, крепкого-крепкого здоровья. А университету процветания на многие-многие годы. С праздником, дорогие друзья! Сегодня в университете получают образование на дневной и заочной форме обучения. С 2017 года внедрена система дистанционного образования. Подготовка ведется по 27 специальностям первой ступени высшего образования, 27 магистерским программам, 15 направлениям аспирантуры, 6 отделениям докторантуры и 11 специальностям по переподготовке. Перечень специальностей постоянно совершенствуется и расширяется для того, чтобы знания выпускников соответствовали требованиям существующего рынка труда.
Учебный процесс в ВУЗе обеспечивает 49 кафедр, на которых трудится 1100 преподавателей. Из них 97 являются докторами и 524 кандидатами наук. Инфраструктура университета включает 9 учебных корпусов. Иногородним студентам выделяются места для проживания в общежитиях, в которых оборудованы комнаты для самоподготовки, спортивные залы, оснащенные современными тренажерами, местами для игры в бильярд и настольный теннис. Всего в ГЭУ 8 общежитий, которые неоднократно занимали призовые места на смотрах, конкурсах районного и городского масштаба, а также являлись их победителями. Выполненная в форме открытой книги библиотека является архитектурным достоянием вуза. Она оснащена персональными компьютерами, доступными любому студенту в свободное от занятий время. Насчитывая порядка 1,5 миллиона экземпляров, библиотека является лучшим фондом экономической литературы в Беларуси. В университете издается 3 журнала, включенные в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований: Белорусский экономический журнал, Вестник ГУГЭУ, Бухгалтерский учет и анализ. В университете разработаны учебные программы не только на государственных языках, но и на английском, что позволяет обучать в том числе иностранцев. На сегодняшний день обучение проходит свыше 700 представителей 26 стран мира, среди которых Туркменистан, Китай, Азербайджан, Россия, Украина и другие. Реализуются программы стажировок за рубежом для студентов и преподавателей, а также действуют программы двойных дипломов, позволяющих пройти обучение в Португалии, Китае, Германии и получить дипломы БГУ и вуза-партнера. Белорусский государственный экономический университет принимает активное участие в организации конференций республиканского и международного масштаба. На постоянной основе в ГЭУ организовываются научные конференции различной направленности. Одной из самых масштабных является декада студенческой науки. Нередкими гостями в ГЭУ являются преподаватели европейских университетов и учебных заведений стран СНГ. Особое внимание уделяется организации досуга студенчества. На базе университета функционирует студенческий клуб, который помогает ребятам раскрыть таланты и развить умения в вокальном, хореографическом, театральном мастерстве. Свободное время можно провести в спортивном комплексе, который оснащен современными тренажерами. Имеется бассейн и игровые залы. Комплекс открыт для посещения студентов и сотрудников. Современное высшее учебное заведение, следующее традициям качественного образования – вот те слова, которые характеризуют Белорусский государственный экономический университет. Нам есть чем гордиться, и в первую очередь это выпускники, которые своими успехами доказывают, что образование в БГУ является высококлассным, а полученные специальности – самыми востребованными.